Дамы и господа, сейчас на эту сцену выйдет очаровательный коллектив, группа «Блестящие». И я бы хотел в первую очередь спросить у Жанны. Жанна, вот ты когда-то выступала в этом коллективе. А что изменилось с твоим уходом? Сменились девочки, как в любом женском коллективе. И какая сейчас группа «Блестящие»? Там есть темненькая, умненькая, стройненькая и поющая. А остальные трое кто? А я думаю, что мы сейчас это увидим. Дамы и господа, встречайте, группа «Блестящие». Я прикоснусь к тебе горячей рукою, и ты растаешь, как на солнце шоколад. Тебя как книгу дочитаю и закрою, и обещаю, что не обернусь назад. Не обижайся, ты, конечно, не подарок. Я никогда и не умела выбирать. Я красной ленточкой тебя перевязала и обещала никогда не открывать. Знаешь, милый, забудем все, что было. Не подходи так близко, дождемся, что получишь. Знаешь, милый, я бы тебя любила, а ты мне улыбался и говорил так мило. Знаешь, милый. Я как теплым одеялом, но не согрелась под скользающим теплом. Тебе, любимая, казалось слишком мало, но так пускай не остается ничего. Но кто же знал, ты оказался не подарок, а может, просто мне опять не повезло. Я красной ленточкой себя перевязала, вот так и стой, а я уйду тебе на зло. Знаешь, милый, забудем все, что было. Давай закроем поскорее это шоу.